Всем привет, с вами Константин и компания «Строй Гарант Анапа». Сегодня у меня есть уникальное предложение для вас – купить дом в Анапе, в коттеджном поселке Морской. Давайте вместе посмотрим. По периметру нашего поселка полностью установлен железный забор. Также у нас есть оптиволокно. Здесь интернет полностью по всему поселку. В каждый дом мы заводим по 15 киловатт электричества. Плюс еще у нас освещается улица. И в дальнейшем, сейчас мы вам покажем, уже будет лежать скоро асфальт. Вы уже можете видеть, как мы укладываем дорогу, полностью делаем подушку, и со временем уже будет здесь лежать асфальт. Друзья, наш поселок не заканчивается только вот этой одной улицей. У нас их здесь будет 7 и 250 домов. Успевайте купить, забронировать себе домик в данном месте. А у вас появился вопрос, где же находится такой прекрасный поселок? Он находится всего лишь в 2 километрах от самой Анапы, по Симферопольскому шоссе. И до Крыма у нас отсюда 90 километров, в прекрасном месте. Место очень хорошее, я думаю, оно вам понравится. Приезжайте к нам, и мы вам покажем очень много интересного. А сейчас хочу с вами вместе посмотреть на дом 125 квадратных метров, который мы можем вам показать в 2 вариантах. В кирпичной облицовке и под фактуры. Давайте вместе посмотрим на них. Дом 125 квадратных метров. Он у нас на этапе строительства. Ведутся работы. Давайте посмотрим, что и как мы делаем внутри, пока нет ремонта. Данный дом у нас выполнен из газоблока 240-го. Хороший, надежный блок и материал. Но также мы можем выполнить и из других материалов по пожеланию клиента. Это без проблем. В каждом нашем доме, который у нас двухэтажный, есть такой центральный ригель. Он обязательно должен делаться для того, чтобы сейсмоустойчивость нашего дома была повышенной. И вот такие сердечники. Также вы можете сразу видеть, у нас перекрытие 2-го этажа идет монолитное. И сразу мы сюда закладываем вытяжку центральную. Она у нас 200-я. Почему 200-я? Это для того, чтобы со временем, когда в доме будет газ, по тех условиям газовщиков должен быть 200-я вытяжка. Это минимально. Хочу заострить с вами внимание, что на данном доме мы уже делаем разводку под 2-контурный газовый котел, потому что в нашем коттеджном поселке Морской газ будет уже совсем скоро. Мы только что посмотрели с вами дом 125 серии из кирпичной облицовки. Сейчас такой же хочу показать вам из фактуры. Давайте посмотрим. Много есть вопросов, друзья. Что такое фактура? Данный дом у нас также выполнен из 240-го газоблока. Утеплен 50-й минплитой, которая дышащая. Она специально предназначена для данного газоблока. Нанесен у нас здесь караед в несколько слоев и полностью обработан специальной краской, которую наносим мы несколько слоев. Она уникальна чем? Она полностью отталкивает грязевые все вот эти слоя и остается неизменно, не теряя цвета на протяжении очень многих лет. Она очень хорошая, доступна и эффективна. Советую вам также вот такой дом в фактуре. Друзья, данный дом, как вы можете видеть, уже полностью у нас с ремонтом. Цвет подобрали в данном доме отделочных материалов светлые тона. Постелили ламинат. У нас получается здесь 3 зоны теплых полов. Это при входе, санузел и кухня. А по пожеланию нашего заказчика мы можем полностью сделать теплый пол по всему периметру дома. На 1-м этаже у нас есть такой прекрасный и вместительный санузел, который у нас составляет 4,6 квадратных метров. Далее мы попадаем в такую прекрасную комнату, которая находится у нас на 1-м этаже. Она составляет 12 квадратных метров.
после чего мы с вами попадаем в такую просторную кухню-гостиную, которая у нас составляет 33 квадратных метра, где можете разместиться хорошей, большой своей семьей. Мы попадаем на вот такую прекрасную террасу, которая у нас составляет 21 квадратный метр. В базовой комплектации она у нас дается вот в таком виде. Но по пожеланию нашего клиента мы можем сделать ее как утепленной, так просто под поликарбонатом. Или просто можем ее сделать прям капитальной. Друзья, мы с вами оказались на втором этаже. У нас здесь холл на втором этаже 12 квадратных метров, после чего мы попадаем в эту прекрасную спальню, которая у нас составляет 14 квадратных метров. Здесь вы видите уже полностью установлены розетки, выключатели, двери хорошие из эко-шпона, радиаторы мы уже навешали, полностью дом уже готов для того, чтобы можно было в нем проживать. Пойдемте посмотрим другие спальни. Данная спальня у нас имеет 16 квадратных метров. Она побольше и самая большая на втором этаже. Здесь можно также уже разместиться. Под каждым углом кровати у нас расположены тоже розетки. Расположены уже здесь также все радиаторы, все необходимое для того, чтобы разместить мебель и можно было здесь тоже жить. И вот еще третья спальня на втором этаже, которая составляет у нас 11 квадратных метров. Здесь вы также можете видеть, у нас полностью все продумано до мелочей для того, чтобы в данной комнате чувствовать себя хорошо и уютно. Друзья, как в каждом нашем проекте, на втором этаже тоже есть санузел. Он составляет у нас 5 квадратных метров. Друзья, вот мы с вами посмотрели наши дома в 125 серии, которые у нас были вам показаны в кирпиче и в декоративной штукатурке. Если у вас остались какие-то вопросы к нашей компании, вы можете писать ниже под видео или звонить в отдел продаж. Мы обязательно ответим на все ваши вопросы. Будьте с нами, будьте в курсе всех событий. С вами был Константин и компания «Стройгарант Анапа». Всем пока, до новых встреч!